Всем привет! На улице 15 градусов. Пожалуй, я был не прав. На улице не 15, всего лишь полтора градуса. Не буксуете? Да у вас-то шипованное все. Это мой мотоцикл. Он называется «Грязный Гарри». Сделан из говна и палок. Когда все оттает, он не упадет, потому что он уперт вот на досточку, и он не упадет в нее. Вот, потому что был такой вопрос, когда оттает, он типа упадет. Нет, не упадет, он уперт на досточку, вот на эту, здесь. Почему говорю два раза? Потому что с первого раза люди часто не понимают и как бы сомневаются в том, что они поняли. Вот. У любого мотоцикла или вообще у всего есть инструкция по применению, даже у человека. Я вам это покажу. Вот. И если правильно следовать ей, этой инструкции, то можно все-таки применить то, что вы там будете применять. А если не получается у вас, то значит тут два варианта. Либо что-то не так, либо вы сами не так. Потому что я знаю, что вы сами не знаете. Почему я не знаю? Потому что знать не обязательно, а вот быть уверенным надо быть. Ну, как бы надо быть уверенным и даже не обязательно знать, что ты уверен. В уровне вот на под этом нужно быть уверенным. Вот с осени стоит он тут. И я уверен, что он запустится. И все. А знаю я там, что он заведется или не знаю, это уже никакой рояль не играет вообще. Вот так вот. А у вас почему-то все по-другому. Ну, у многих. Ну, как сказать, вот вы уверены, что все знаете. Вы уверены, что там все правильно сделали. Все хорошо у вас там. И хренак пишите комментарии, что вы все делали правильно, все знали. Все чики-пуки, а оно не вот так вот. Вот в этом отличие большое. То есть знать и быть уверенным. Вот в этом вот вообще. Вот это две больших разницы. Пойду схожу за аккумулятором, а вы пока вот вы знаете, как их зовут. Вот тот, который лежится, вот этот, это Сёма. А тот, который учешется, он там сверху, это Тёма. Ну вот это. Немножко бензина, тут чуть-чуть совсем. Вот. Вот так. И аккумулятор. Сейчас будем сюда лить и ставить. Потом я вам покажу уже, как у меня получается. Не по инструкции. Почему не по инструкции? Потому что это... Люди писали, что это, наверное, яузский мотор. А это мотор ИЖ-56. Ну, цилиндр не от 56-го, а так-то двигатель 56-го. Вот. А аккумулятор у меня 12 вольт, я его поставлю сюда. А оборудование, как все знают по инструкции, здесь 6-вольтовое. Поэтому вот так как-то будет. Даже непонятно как и почему оно так будет. Ну, даже немногие знают, кроме меня. Это интрига. А без интриги, ну, как бы неинтересно. Вот так вот. Все. Сейчас проверим, будет ли зажигание вот здесь светиться, когда мы вот включатель включим. Вот здесь вот. Не светится, видите?
И я вот, кстати, не знаю, почему вообще не горит. Сейчас я теребунькну один раз. Вот, может загориться. О, загорелось еле-еле, видите? Вот тут чуть-чуть. Ну и хватит. Сейчас мы зальем с вами бензин. Вернее, опять же, с вами, как с вами. Я залью, а вы даже и рук не испачкаете. Вот так вот. Вот тут немножко, но чуть-чуть совсем. Там вон чуть-чуть сгустки этого есть. А молока с ними сейчас проглотит. Делов-то. Не, ну совсем не буду выливать. Вылью сюда вот в снег. О, вылью на... Куда же вылить? Вылью вот сюда на карбюратор. Вот так. Вот так полил. Чтоб не ржавел. Вот. Ну это я всегда так бросаю. Ешь. Вы знаете. Порядка нету. Ни на улице, ни в голове. Сейчас будем теребонькать. Короче, люди мне писали такое дело. Сейчас я вам скажу, что писали. Они где-то в инструкции там прочли, невзначай какой-то, что нужно без зажигания, ну в каком-то другом карбюраторе, не в этом, обогатитель включив, три раза протеребонькать, три раза почему-то, или два. Ну какая раз, почему-то определенное количество. Вот. Я сейчас расскажу, почему так. Потом, значит, этот обогатитель выключить, включить зажигание и запустить. И вот там человек написал, что он запустил, а холостые не держат. Ну, естественно, не держат. И он там начал писать свои умозаключения такие хорошие, что там он холодный, зазоры большие, идет большой износ, там туда-сюда. В общем, все это вот он как будто это все знает. Вот. И, ну, это хорошо, когда человек так думает. Но это вдвойне плохо, когда человек так думает и ошибается. Вот. Просто в инструкции это написано, как я говорил ранее, для исправного мотоцикла и здравого человека инструкция. А там что-то из двух, как бы, видать, не соответствует. Обогатитель включаем. Без зажигания делаем теребонь-теребонь. Вот. Там делаем, ну там сколько, вот я уже сделал там раз 5, может даже 6, я не считал, потому что грамоте не обучен. Потом обогатитель же он включен все равно, я соединяю вот выключатель и без газа там, без этого, без этих всех, начинаю теребонь делать снова, вот, и делаю до тех пор, пока он не пыхнет. А он пыхнет один раз всего, может полтора. Вот. Вот горит здесь хорошо, а он не заводится. Вот. Может, бензин не идет. Там уже никому не известно. Я еще сделаю вот так вот. Вот тут вот. Сейчас заработает. Мне кажется, так. Ой, все. Вон у него там что-то потекло. Он с дырочки стоит. Вот. Ну, сейчас мы еще потеребонькаем. Со слов этих зрителей, которые там, сейчас износа офигенно идет вообще, но это они так думают. На самом деле я с ними не согласен вообще. Вот теперь я отключил обогатитель, и он может заглохнуть. Вот, но это не точно, может не заглохнуть. И в инструкции это не написано. Вообще.
Сейчас скажу самое главное. И вот то, что вы сейчас слышали, видели, и то, что я сейчас проделал с этим мотоциклом, просто другой человек этого сделать не сможет. Взявший инструкцию, там, может быть, даже посмотревший много поучительных видеороликов, он вот сюда придет, и он его не запустит вообще ни один раз. Знаете почему? Потому что не в инструкции дело. Пишите комментарии, в чем дело вообще. Как быть в таких случаях? В чем это дело? Почему так? Вот. Потому что здесь вот все просто в этой жизни. И ни контакты не виноваты, и не виноват там карбюратор. И я не знаю, что тут еще не виновато. Вообще, всем пока. Всем, как говорится, этого. Всем добра. Ну да, и кстати, для тех, кто не только читал, но и смотрел, да и не увидел, искра здесь есть, и она есть просто вот типа от руки. Сейчас покажу вам. Вот она. Вот так вот. Yeah.